Сидячая работа до добра не доводит. Так считают самарцы, которые ежедневно приходят в парк Гагарина на занятия классической хатха-йогой. Это течение зародилось в средневековой Индии и пользуется популярностью по сей день. Врач Мария Александрова практикует йогу уже 5 лет вместе с сестрой. За это время она успела достичь серьезных успехов и даже поправила здоровье. Это прекрасно, кстати, помогает для спины. У меня такая сидячая работа, периодически сидячая. И вот без йоги, конечно, я бы, наверное, долго на ней не протянула. Сестра Марии Ольга приходит в парк позаниматься не только духовными практиками и физическими упражнениями. Здесь она встречается с единомышленниками, которые сблизились с девушкой на фоне общих интересов. У меня здесь есть уже хорошие друзья, хорошая компания, любимый тренер Елена, например. Но вот мы приходим просто расслабиться и хорошо провести время. Ну, а йога — это, конечно же, просто приятно для всего тела. Бесплатные занятия проводит инструктор с большим опытом работы Елена Затеева. По ее словам, йога помогает людям забыть о повседневных проблемах, разобраться в себе и укрепить физическую форму. Мы занимаемся в основном классической хатха-йогой. Она включает в себя асаны, то есть это какие-то физические положения, также дыхательные техники, пранаямы. Ну и своего рода какая-то медитация тоже присутствует. Присоединиться к новомодному течению может любой желающий. Для этого достаточно просто уточнить расписание у организаторов. Занятия по хатха-йоге проходят в загородном парке, парке Гагарина и в Струковском саду. Их проводят при поддержке администрации Самары. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.